Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Вы смотрите новости. С вами Динара Садум. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Снова рекорд. Эпидситуация в Казахстане ухудшается. В столице больше 1000 заражений ковидом. Оправданы ли цены на недвижимость в Казахстане? Из чего формируется стоимость квадратного метра? Расскажем в деловых новостях. Без права на ошибку Англию потряс российский скандал вокруг игроков сборной, проигравшей финал Евро. Об этом и не только. Прямо сейчас. Новый антирекорд по коронавирусу зафиксирован в Казахстане. За последние сутки в стране выявили 4375 заболевших. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Как и в предыдущие дни, в абсолютных лидерах остается столица, где ковид подтвердился у более чем 1000 человек. На втором месте Алматы плюс 640, следом Карагандинская область 589 случаев заражения. Праздновать Курбан-айт в узком семейном кругу призвали в комитете санэпидконтроля. Как и в прошлом году, казахстанцы могут пожертвовать деньги онлайн на сайте Курбан-2021. Тем, кто нуждается в помощи, также необходимо воспользоваться данным ресурсом. Управление по контролю качества продуктов и питания и медикаментов США предупредило о редком аутоиммунном осложнении после вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson. Соответствующую информацию добавили в бюллетень к прививке. Медики отмечают, что шансы возникновения так называемого синдрома Гиена-Барре, как при котором иммунная система атакует нервные клетки, очень низкие. Тем не менее, в отчете говорится, что привитым гражданам следует обратиться за медпомощью, если у них появились такие симптомы, как атрофия мышц лица, затруднения при ходьбе или общая слабость. В Штатах данной вакциной привились около 13 тысяч человек. Врачи зарегистрировали 100 случаев возможного развития заболевания. Из каких составляющих формируется цена за квадратный метр жилья? Почему застройщики переходят от одних строительных материалов на другие? Все подробности у Камилы Тастамбековой в обзоре деловых новостей. Рост ипотечных займов, возможность использовать пенсионные накопления, а также популярность недвижимости как инвестиционного актива. Все это в этом году разогрело казахстанский рынок. В результате высокий спрос на жилье привел к повышению цен на квадратные метры. Это, в свою очередь, повлекло за собой подорожание стройматериалов. Никак не наоборот, подчеркивает заместитель директора Центра нормирования в строительстве Арман Хасен. Эксперт отмечает, стоимость за квадратный метр жилья формируется из многих компонентов. Это зависит и от земельного участка, и от затрат на проведение коммуникаций, а также от расходов на заработную плату рабочим. Львиную долю, около 60%, занимает стоимость строительных товаров. На мировом рынке больше всего в этом году подорожали базовые материалы, что идут на несущие конструкции зданий. В среднем на квадратный метр в монолитном доме уходит около 70 килограммов арматуры. В этом году ее стоимость в два раза выше прошлогодних цен. В результате квадратный метр жилья в монолитном доме стал дороже на 15 тысяч тенге. После резкого подорожания цен на материалы в седьмом году, что в 2014, наблюдался период стабилизации цен в течение 3-5 лет. То есть перегрев рынка и цены, происходил откат цен, либо стабилизация, закрепление. Цена выходила на новое плато и держалась так 3-5-7 лет. Аналогичная ситуация, по крайней мере, я сам предполагаю, так и должна быть в этот раз. Повышение цен на арматуру на руку кирпичным заводам. Теперь становится невыгодным использовать ее при возведении монолитных жилых комплексов в эконом-классе, сообщил заместитель директора Центра нормирования в строительстве Арман Хасен. Если в здании такого типа на квадратный метр нужно 70 килограммов арматуры, то в кирпичном всего 10-15 килограммов. Поэтому застройщики начинают переходить на кирпич, особенно в регионах, что создает дополнительный спрос на это
этот материал. Рентабельным на рынке становится строительство из сборного железобетона, в частности, крупнопанельное домостроение. Дорогой металл заставляет переходить на сборные конструкции. Эксперт отмечает, что подорожание строительных материалов позволяет привлечь в сферу производства дополнительные инвестиции для увеличения мощностей. Последние полтора года строительные предприятия загружены на 100%, при этом кирпичные производства в Казахстане покрывают потребность рынка только на 63%. Приходится его докупать в Узбекистане и России. Цены на овощи и фрукты в предстоящие осенние и зимние сезоны в любом случае будут дорожать, чем в прошлом году. Так считает аграрий Болотбек Алиев. Предприниматель рассказал, какая ситуация сложилась на рынке. Морковь и картофель стали дороже на прилавках из-за поздней весны. Больше всего от этого пострадали мелкие фермеры, выращивающие тепличные огурцы и помидоры. На всех аграриях отразилось повышение в стране стоимости дизельного топлива. Если в марте-апреле фермеры покупали литр за 167 тенге, то сейчас уже приходится по 199. На рынке образовался дефицит топлива, отмечает Болотбек Алиев. До пандемии фермеры в таких случаях покупали более дешевое российское горючее, но сейчас оно недоступно, поэтому все ложится в себестоимость овощей и фруктов. Кроме этого, дороже для аграриев в этом году стала электроэнергия и покупка ящиков, которые пакуют урожай. И о событиях в мире из-за роста цен на газ. Так называемой топливной нищетой может столкнуться еще порядка 400 тысяч семей Великобритании. Около 3 миллионов уже не могут платить по счетам. Эксперты считают, что второе за год подорожание энергии может стать катастрофой для населения. Многие британцы все еще переживают последствия локдауна. Отмечу, что на фоне дефицита в начале этого месяца цены на газ в Европе достигли исторического рекорда. В этом году они выросли почти на 90% после долгой зимы. Разногласия внутри ОПЕК плюс могут привести к дефициту нефти. Если страны Альянса в августе сохранят добычу на уровне июля, то рынок значительно сузится. Так считают в Международном энергетическом агентстве. Присутствующая на нем волатильность не в интересах ни производителей, ни потребителей. Аналитики заметили, что конфликт между Эр-Риадом и Абу-Даби возник в крайне неудачный момент. Избытки нефти, накопленные за время коронакризиса, израсходованы. Запасы находятся на уровне ниже среднего. Если страны ОПЕК плюс заключат сделку, допускаемую ими увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, будет значительно меньше необходимого потребителям. В Международном энергетическом агентстве ожидают, что мировой спрос на нефть в этом году будет расти более чем на 5 миллионов баррелей в сутки, а в следующем на 3. Однако новые вспышки коронавируса в некоторых странах остаются ключевым риском для этого прогноза. Это был весь обзор деловых новостей. До встречи. Продолжаем выпуск. Почти 2000 оскорбительных твитов было написано в адрес темнокожих игроков сборной Англии после финала Евро. Фанаты, огорченные поражением, поливают грязью Маркуса Решфорда, Джейдена Санчо и Букайо Сака, которые не смогли реализовать пенальти. За их неудачей последовал поток российских высказываний, но за футболистов заступились. Соцсети начали удалять тысячи оскорбительных сообщений и блокировать некоторые аккаунты. В дело включилась и лондонская полиция. Правоохранители начали поиски авторов неприемлемых комментариев. Нападки хейтеров осудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и руководство футбольной ассоциации Англии. Скандал на фоне дискриминации получил широкое обсуждение в спортивном мире. За всем этим ужасно наблюдать. Нельзя винить этих парней. Я не могу поверить, что такое сегодня происходит в современном футболе. Это спорт. Сегодня ты выиграл, а завтра проиграл. Главное, достойно принимать поражение. А преданные фанаты собрались у места с изображением мурала нападающего сборной Англии Маркуса Решфорда. Его восстановили после того, как вандалы испортили рисунок нелицеприятными надписями.
Небольшой самолет рухнул прямо на жилой дом в Калифорнии. Начался пожар. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Известно, что в момент крушения на борту находился один пилот. Был ли кто-то в доме, тоже неизвестно. Спасатели разбирают завалы, надеясь, что под крышей в роковой момент никого не оказалось. Причины случившегося предстоит выяснить полиции. Пилот воздушного судна перестал выходить на связь почти сразу после вылета из местного аэропорта. Один человек погиб во время беспорядков, которые охватили Кубу. Как отмечают местные СМИ, 36-летний мужчина получил смертельное ранение во время штурма полицейского участка в Гаване. В стране уже несколько дней подряд не утихают массовые протесты. Тысячи людей выступают против действующего правительства. Демонстрации проходят на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом. Пандемия практически уничтожила такой важный источник доходов, как туризм. Кроме того, страна переживает рост инфляции и гуманитарный кризис. Каждый имеет право на свое мнение и может его защищать. Но то, что произошло, настоящий вандализм. Лично я не поддерживаю такие протесты. В Западно-Казахстанской области полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве. Свыше 40 килограммов марихуаны хранил у себя житель Шу. А в Караганде мужчина открыл стрельбу в центре города. Хроника происшествий далее. Пожар в четырехэтажном жилом доме случился в городе Рудном. Загорелись вещи в спальне квартиры на первом этаже. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленного дома 9 человек. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Его причины выясняются. Трагедия закончилась в застолье на берегу реки в Бурлинском районе. Компания мужчин распивала спиртное. В результате один из них ударил приятеля ножом. 27-летний пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемого задержали по горячим следам. Сейчас он находится в СИЗО. Мужчина устроил стрельбу в центре Караганды. Звуки выстрелов напугали жителей, и они позвонили в полицию. Стрелял 50-летний мужчина в камуфляжной форме. Пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, оружие оказалось пневматическим. А мужчину оштрафовали на 29 170 тенге за нарушение порядка хранения и использования оружия. В семье полицейские изъяли крупную партию наркотиков. В ходе операции «Харасура» при попытке продажи наркотического вещества с поличным задержали мужчину. В его карманах обнаружили 64 грамма порошка. Позднее при обыске дома у подозреваемого нашли 7 килограммов марихуаны. Проводится досудебное расследование. А в Жамбылской области полицейские обнаружили у жителя Шу целых 42,5 килограммов наркотиков. 20-летнего наркоторговца задержали недалеко от села Тасуткель. При обыске у него изъяли крупную партию марихуаны. Тюки были завернуты в полиэтилен. Задержанный уже дал признательные показания. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. ДТП на одном из перекрестков случилось в Уральске. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу встречному транспорту. В результате столкновения вылетел на обочину и приземлился на крышу. К счастью, жертв нет. Полицейские по факту аварии составили протокол. Удержать и спасти миграции снежных барсов обеспокоены экологи Казахстана. Куда и почему бегут ирбисы? Узнаете после рекламы. Оставайтесь с нами.
смотрите новости в прямом эфире. Мы продолжаем вас знакомить с самыми значимыми событиями к этому часу. Экологи обеспокоены. Популяция снежных барсов в Казахстане может существенно сократиться. По их словам, ирбисы в поиске новой жизни мигрируют в Кыргызстан, Китай и Монголию. В профильном министерстве, напротив, уверяют, их число оставляет желать надежду на лучшее. В республике, по официальным данным, обитают от 130 до 150 особей. Динара Абдирова выясняла, от чего кошки бегут и почему мало кто занимается их изучением. Красивого, статного, редкого и практически недоступного для глаз человека снежного барса можно встретить только в горных массивах. Их ареал обитания располагается на территориях 12 стран мира. У нас особи попадали в объективы фотоловушек в национальных парках Алма-Атинской и Жамбылской областей. Любопытно, что даже ученые, которые знают о жизни ирбиса все, не могут установить их точную численность. Говорят, для этой работы нужно серьезное финансирование. Аэросъемка, установка камер – все это требует денег. Но есть вероятность, что из-за деятельности человека выслеживать в горах будет уже некого. У нас имеется огромная проблема – это развитие в горных местностях инфраструктуры, это строение гостиницы, строение дороги. Все это влияет на диких животных, и из-за фактора беспокойства они мигрируют уже в другую страну, потому что снежный барс, который обитает у нас в Казахстане, это общий для Кыргызстана, для Монголии, в том числе и для Китая, потому что через горы они ежегодно мигрируют туда и сюда. Другая угроза для ирбисов – браконьеры. Для сохранения диких кошек, попавших в фотоловушки, специалисты идут на различные уловки. Например, перед тем, как распространить видео или снимки с запечатленным барсом, сырой материал обрабатывается. Дизайнеры изменяют ландшафт, чтобы охотники не могли определить точное место их обитания. За последние энное количество лет у нас фактов браконьерства относительно к барсам нет. Он барс, он, в Красной книге у нас в Казахстане и под полным запретом во всем мире. Получается, его даже если поймают, то никуда не могут отвезти. Необходимо принять, даже выделить средства на грантовые проекты, чтобы местное население участвовало в этом. Например, в Монголии, если жители находят слабого, либо там раненого снежного барса, государство, соответственно, этим людям выделяет деньги как в виде вознаграждения. Казахстану давно нужна эффективная программа по изучению и восстановлению популяции снежных барсов, уверены экологи. Другие страны давно занимаются отловом редких хищников, установкой спутниковых ошейников, позволяющих охранять и следить за путями миграции. У нас же все это только в планах. Динара Абдирова, Жанна Султангазы, Хабар 24. Действовать, а не ждать дождей. На востоке Казахстана жители борются с обмелением реки Тарган. Они уверены, что очищение ее русла и впадающих в нее родников поможет предотвратить засуху в регионе. Ситуация по всей республике в этом году непростая. Накануне в Аральском районе Кызылординской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за малого количества осадков непригодными оказались 90% пастбищ. Погибло больше 500 голов скота. Возможно ли помочь природе или людям остается лишь ждать, пыталась понять Анель Есенбердина. Аслан Мусин – житель села Таргын. Каждое лето в детстве проводил на этой речке. Вспоминает, воды тогда было много, но постепенно русло стало сужаться, глубина снижаться. Поэтому с друзьями они решили, что пора действовать. Тем более погода дождями не балует. Как вы видите, река очень забитая, потому что весной деревья падают, эти щепки, все это переливается и собирается в одном месте и создает затор. Собрались с ребятами и создали такую экспедицию и начали чистить это русло реки. Помогают все жители села и даже те, кто давно отсюда уехал. Кто не смог присутствовать лично, шлют деньги на горючее и технику. Река Тарган – главная водная артерия для поселка. Тарганская речка, мы все поливаем, огород поливаем, картошку, тамарыки, все это, думаю, жителям вообще мы оказываем большую помощь нам всем. Отсюда наши коровы, лошади, все отсюда мы поим водой.
В целом, Восточный Казахстан богат на водные ресурсы. В регионе больше 2000 рек и озер. Но это вовсе не значит, что ими можно пренебрегать. Гидрогеолог Кармазе Бакаджанова уверена, природе нужна помощь. Даже могучий Иртыш не справится без должной поддержки. Бассейн реки Иртыш – это вот более мелкие речки, вот эти родники, ключи. Они тоже как бы входят в бассейн и в конечном итоге формируют вот большую реку Иртыш. Расчищать русло речек таких очень важно. Потому что если мы не будем обращать на это внимание, это может привести к обмелению речек. Поэтому дело не только в климате. Важный фактор – человеческое воздействие. Оно может быть как полезным, так и вредным, считает биолог Анатолий Цыганов. По его мнению, засуха – это еще и результат бездумного использования земель. В первую очередь нужно заняться очень серьезными мониторинговыми исследованиями, что вести не только фенологические наблюдения, но и создавать те проекты, которые ориентированы на изучение, прежде всего, экосистем. Эксперты во взглядах едины. Во всем важен комплексный подход. На полях нужно соблюдать севооборот, пастбище периодически менять, как делали еще наши предки. Или же можно сажать определенные сорта деревьев, чтобы защитить от засушливости почвы или родники и реки. В регионе уже второй год дефицит кормов. И, похоже, пора перестать надеяться только на погоду. Анна Лисенберна, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. На радость фермерам почти во всех регионах страны сегодня ожидаются дожди. В горных районах Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют формирование склонового стока и подъемы уровня воды в реках. В Туркестанской и Алматинской областях пройдут осадки с грозой. В Акмолинской вдобавок возможен град. В столице, к слову, с раннего утра идет дождь. На западе республики также пасмурно, однако местами сохраняется пожарная опасность. Генеральный секретарь ООН заявил, что миру необходимы срочные меры по борьбе с изменением климата и пандемией. Антонио Гутерриш напомнил, одной из главных целей, которая стоит перед человечеством, является сохранение до конца века средней температуры Земли в пределах 1,5 градусов, согласно Парижскому соглашению. Для достижения этого результата потребуется снижение на 45% выбросов парниковых газов уже к 2030 году. Поэтому глава организации призывает бизнес объединиться с наукой. Говорил Гутерриш и о пандемии, точнее, равному распределению вакцин. Именно это ключ к успеху в борьбе с вирусом. Каждый человек, где бы он ни был, должен иметь доступ к вакцинам, тестам, лечению от COVID-19. Но сегодня мы наблюдаем неравномерный доступ к этим средствам, особенно вакцинам, во всем мире и внутри стран. Глобальный пробел в вакцинах угрожает всем нам, поскольку мы видим, что вирус мутирует, он может стать еще более передаваемым или даже более смертоносным. Мы прервемся на программу «Между строк», а после узнаете, почему в спортзалах Сеула запретили включать ритмичную музыку. Авиакомпаниям следует включить в свои ряды больше женщин и представителей разных национальностей, особенно на руководящих должностях. Об этом заявила Международная ассоциация воздушного транспорта. Представители организации считают, что это поможет отрасли и миру быстрее оправиться от последствий пандемии, информирует издание National. Разнообразие и инклюзивность должны быть приоритетом для авиакомпаний, поскольку они готовятся к возобновлению международных авиаперелетов. Кроме того, отрасль должна стать более привлекательной для следующего поколения работников, заявила Джейн Хоскинсон, директор по кадрам в Международной ассоциации воздушного транспорта. По данным издания, только 4% авиакомпаний в составе ассоциации имеют женщин-руководителей. Поэтому цель организации – довести их количество минимум до 25% к 2025 году. На данный момент 62 авиакомпании, включая Этихад, согласились на участие в этой инициативе. СМИ сообщают, международные пассажирские авиаперевозки в мае текущего года сократились на 62% по сравнению с докризисом годом.
Богатым странам грозит долговременная безработица, сообщает телеканал Евроньюз. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития считают это прямым следствием коронакризиса. В 38 странах ОСР число людей без работы выросло за время пандемии на 22 миллиона. Из них лишь меньше трети стараются активно искать новое место. Больнее всего кризис ударил по низкоквалифицированным рабочим. Они попросту не могут устроиться в тех секторах экономики, в которых требуются сотрудники. Сейчас остро нужны люди в здравоохранении, а также в областях, связанных с зеленой экономикой и энергетикой, говорится в публикации. Тяжело приходится в этой связи и молодежи. В странах ОСР стало на 3 миллиона больше молодых, которые не заняты ни работой, ни учебой, ни переквалификацией. По прогнозам организации, на докоронавирусный уровень занятость в странах ОСР вернется не раньше середины 2023 года. В среднем по Евросоюзу немного быстрее, уже примерно через год. В разных странах ситуация с занятостью выглядит по-разному. Израиль и Исландия вернутся к докризисным показателям только в 2025 году, а в Австралии, Японии и Новой Зеландии рынок труда уже почти восстановился. Пустые разговоры. Газета «Телеграф» сетует на то, что ни одно правительство мира не выполнило свои грандиозные обещания по поводу пожертвования вакцин от COVID-19, необходимых для вакцинации всего мира. Журналистка Сара Ньюи пишет, примерно две трети доз вакцин в мире отправлены в другие страны, согласно двусторонним договорам. Далее издание приводит данные аналитической компании Airfinity, которая проверила, насколько страны-производители вакцин выполняют свои обещания. Так было поставлено 24% из 1 140 000 доз «Спутника Ви», обещанного России. Газета конкретизирует, примерно 278 тысяч порций вакцины были переданы в дар 9 странам, включая Анголу, Мозамбик и Зимбабве. Европейский Союз разослал менее трети из 651 тысячи доз, обещанных согласно двусторонним договоренностям. Японии еще только предстоит выполнить свое обещание снабдить COVAX 30 миллионами доз, хотя она уже отправила 4 миллиона из 9 запланированных в Индонезию, Малайзию, Тайвань и Вьетнам. Штаты тоже проявили себя неважно. Пожертвования США начались с 4 миллионов доз, отправленных в Южную Азию, перечисляет автор материала. Купить необитаемый остров можно, но что с ним делать? BBC рассказывает об острове Линга в Шотландии, купленном шотландским бизнесменом Джоном Скоттом. Остров не слишком крупный, примерно 200 квадратных метров. По информации телеканала, Скотт заплатил за него около 250 тысяч фунтов. Это достаточно дешево, учитывая, что в Лондоне столько может стоить дом, причем в не слишком привлекательном районе. Зачем покупателю, живущему в Монако, понадобился этот удаленный от цивилизации кусок территории? Представитель компании-бизнесмена Скотт Групп заявил, на острове будет воспроизведена традиционная ферма, для чего здесь приведут в порядок два развалившихся дома, а возможно добавят и третий. Также в планы входит возведение склада, причала, установка экологичной системы электроснабжения, высадка плантаций деревьев и выкапывание пресноводного озера, в котором можно будет ловить рыбу. Другими словами, остров Линга должен будет превратиться в привлекательное место паломничества для экотуристов, констатирует BBC. Телеканал размышляет о судьбе других необитаемых островов, которых в Шотландии около 900. В перспективе это огромный ресурс, который можно приспособить для получения прибыли. Правда, гарантированный путь к успеху пока не найден. Для того же Скотта покупка острова может оказаться самой незначительной затратой в этом проекте. В любом случае, островов хватит на любые варианты их потенциального и даже, возможно, прибыльного использования. Были бы желания и деньги, а остров найдется, заключает BBC. В Кызылординской области 25 июля жители региона выберут 40 акимов сельских округов. К голосованию готово 54 избирательных участка. В некоторые отдаленные аулы с малочисленным населением направят переносные урны. О подготовке к главному политическому событию этого лета в материале Кристины Алмазказа. В чилийском ауле Майлы-Тогай выборы будут проходить в здании сельской школы. К предстоящей политической кампании здесь уже все подготовили. Избирательные ящики, кабинки для голосования, места для членов избиркома и наблюдателей. Продумана и схема передвижения избирателей для соблюдения санитарных требований. На сегодняшний день зарегистрированы 4 кандидата на пост акима сельского округа Майлы-Тогай. Один от партии и трое самовыдвиженцы. Хочу отметить, что к избирательной кампании наш участок готов. Члены нашей комиссии уже дважды прошли обучающие семинары.
В ауле проживают 130 семей. В голосовании примут участие около 370 избирателей. От будущего акима сельчане ждут решения главной проблемы – дефицита поливной воды. Вопрос обеспечения поливной водой для нас сейчас стоит остро. У нас есть водный канал, но его нужно очистить. Каждый год поднимаем эту проблему. Специалисты приезжали, опять обещали решить проблему только в следующем году. Надеемся, будущий аким сможет решить вопрос. В целом по области на один пост претендует в среднем по 3-4 кандидата. На сегодня установленным требованиям соответствует 134 человека. К слову, их документы сейчас проходят спецпроверку. По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 121 кандидатов, что составляет 93% от общего числа оставшихся кандидатов. После 18.00 14 июня начинается агитация. 9 дней она будет продлеваться. 23-го заканчивается и 24-го. У нас день тишины. 25-го, как вы знаете, выборы. Выборы у нас прямые. И в этом году у нас, знаете, есть еще один новшество, которое будет голосование против всех. В 5 отдаленных сельских округах Аральского и Казалинского районов избирательных участков нет, поэтому туда в день голосования будут отправлены специальные урны, чтобы каждый гражданин смог сделать свой выбор. Кристина Алмасқызы, Аль-Хайдар Турлыханов, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар 24. Ежедневно мы все проводим определенное время в соцсетях. Смотрим фотографии, читаем новости. Мои коллеги собрали самую интересную информацию и готовы поделиться ею в программе «Репост». Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире «Репост». Интересных новостей в сети сегодня достаточно, и о них расскажу я, Юлия Латыпова. Начнем сегодня с поста, который удивил многих телеграмеров. Журналист Казачков пишет о ситуации вокруг музея имени Костеева, нарушившего спокойствие жителей близлежащих домов. Как так? Неужели там проводили шумные перформансы без масок? Нет, просто у здания слишком громкая система кондиционирования. И она необходима для того, чтобы обеспечить максимально подходящие условия для хранения экспонатов. Однако появилась она не вчера, еще в 2008 году, но в 2020 году в непосредственной близости от музея построили жилой комплекс, а в мае его ввели в эксплуатацию. И вот жильцы этого ЖК пожаловались в госорганы, что соседство с Костеевкой мешает им отдыхать. Совсем эти музеи распоясались. Теперь людям ни окно открыть, ни воздухом подышать. Все время какой-то гул. Как будто специально 13 лет назад начали готовить свою пакость, шутит журналист. На основании этих жалоб с проверкой приехали чиновники и установили, что в квартирах нового ЖК действительно шумно, и привлекли музей к административной ответственности. Учреждению выписали внушительный штраф. Странно, что еще вообще не закрыли. При этом в расчет проверяющие не приняли ни одного аргумента. Не то, что музей был построен на 40 лет раньше, чем жилой комплекс. Не то, что здание – памятник истории и культуры. Поэтому, согласно законодательству, окружено охранной зоной. И в радиусе 44 метров возводить вокруг другие объекты нельзя. Но кто читал эти законы? Сначала дали землю под строительство ближе, что не положено, а теперь и наказали за шум. Комментаторы объяснили, почему это очень и очень плохой кейс для культурной сферы. После этого кейса в любом регионе Казахстана картинные галереи и коллекционеры в очередной раз убедились, что в нашей стране объекты искусства самые незащищенные из всех. Музеи не охраняются, картины нормально не содержатся, и любой человек может влиять на судьбу шедевров. От себя добавлю, очевидный плюс всей этой истории – народ хотя бы вспомнил, что есть такой казахский живописец и акварелист Абулхан Костеев. Продолжает архитектурную тематику телеграм-канал Jackson News, радующий нас необычными предложениями на сервисах продажи и покупки. Петропавловский распродает памятники архитектуры некоторым зданиям больше 100 лет. Вот такие, например. За 280 миллионов тенге можно купить здание городского училища, построенное в 1900-906 годах. Почти по 2,5 миллиона тенге за каждый год из 120.
За 160 миллионов дом подрядчика Пирогова, построенный в 19 веке. За 90 миллионов бывший полицейский участок, который тоже находится в доме 19 века. Кстати, за те же деньги в городе можно купить целый этаж в жилом доме. Или даже два. Нужен сюжет для захватывающего боевика? Такой есть у меня. История, претендующая на звание «Кража года». Не иначе. В Алматинской области злоумышленники украли павлина. Подробности раскрывает инстаграм-канал «Алматыгран». 37-летний житель поселка Талдбулак, увлекающийся разведением экзотической птицы, забыл закрыть калитку. Павлины, воспользовавшись рассеянностью хозяина, устроили побег с птичьего двора. Но собрать всех подопечных хозяин экзотических птиц не смог. Одного голосистого не досчитался и позвал полицию на помощь. По горячим павлиным следам стражи порядка задержали двух местных жителей. Они рассказали, что увидели на перекрестке гуляющих павлинов. Одного из них им удалось поймать и увезти к себе домой. А дальше все как в лучших традициях отечественных историй. Кража, уголовное дело, расследование. В общем, птичку жалко, а другим наука. Не твое, не трогай. Это всего касается. А эта новость порадует одних, но больше огорчит других. В Норвегии вышел закон, пишет Меганьюз, согласно которому блогерам придется помечать свои отретушированные фотографии. Типа такого значка, как в газетах, опубликовано на правах рекламы, но в соцсетях нужно будет писать «увеличила губы» или «уменьшила объемы». Таким образом, власти Норвегии борются с нереалистичными стандартами красоты. Пользователи отреагировали. Может, не надо такое в Казахстане, а то инстаграмеры получат моральный удар, увидев своих кумиров, так сказать, в фотошопном неглиже. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. В прямом эфире вы смотрите новости, и мы продолжаем. Новый антирекорд по коронавирусу зафиксирован в Казахстане. За последние сутки в стране выявили 4375 заболевших. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Как и в предыдущие дни, в абсолютных лидерах остается столица, где ковид подтвердился более чем 1000 человек. На втором месте Алматы плюс 640, следом Карагандинская область 589 случаев заражения. В пригороде столицы Малайзии закрыли один из пунктов вакцинации из-за вспышки коронавируса. Среди его сотрудников больше 200 врачей и волонтеров сдали положительный тест на ковид. Всего там трудились около 1500 человек. Жителям, получившим прививку, в этом центре в последние 3 дня посоветовали самоизолироваться. Как только мы узнали о первых случаях заражения среди двух волонтеров, мы начали массовый скрининг всех работников, по результатам которого 204 человека сдали положительный тест на коронавирус. В фитнес-клубах Сеула запретили включать ритмичную музыку. Так в Минздраве решили бороться с коронавирусом. Чиновники полагают, что хиты вроде «Gangnam Style» подталкивают посетителей на более изнурительные тренировки. Человек потеет больше, дышит чаще, а это, в свою очередь, повышает риск распространения инфекции. В опубликованном постановлении даже прописан допустимый темп треков. Ограничения касаются также велотренажеров и беговых дорожек, максимальная скорость которых не должна превышать 6 километров в час. Почти 2000 оскорбительных твитов было написано в адрес темнокожих игроков сборной Англии после финала Евро. Фанаты, огорченные поражением, поливают грязью Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, которые не смогли реализовать пенальти. За их неудачей последовал поток расистских высказываний, но за футболистов заступились. Соцсети начали удалять 1000 оскорбительных сообщений и блокировать некоторые аккаунты. В дело включилась и лондонская полиция. Правоохранители начали поиски авторов неприемлемых комментариев. Нападки хейтеров осудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и руководство футбольной ассоциации Англии. Скандал на фоне дискриминации получил широкое обсуждение в спортивном мире.
За всем этим ужасно наблюдать. Нельзя винить этих парней. Я не могу поверить, что такое сегодня происходит в современном футболе. Это спорт. Сегодня ты выиграл, а завтра проиграл. Главное, достойно принимать поражение. А преданные фанаты собрались у места с изображением мурала нападающего сборной Англии Маркуса Решфорда. Его восстановили после того, как вандалы испортили рисунок нелицеприятными надписями. Велогонщик Астаны Алекс Саранбуру финишировал шестым на горном этапе Тур де Франс. Он преодолел 169 километров, отстав от лидера на 42 секунды. Гонка длилась больше 4 часов. Другой представитель нашей команды Алексей Луценко приехал 15-м, тем самым сохранив 7-ю позицию в общем зачете. Победу на этапе одержал австриец Патрик Конрад. В итоговой таблице большой петли лидирует словенский гонщик Тадей Погачар. В Токио США представят 613 спортсменов. Среди них 104 медалиста и 56 чемпионов главных игр четырехлетия. Об этом сообщил Олимпийский комитет Соединенных Штатов. Самая молодая участница – 15-летняя Кэти Граймс, которая выступит в соревнованиях по плаванию. Самый возрастной член сборной – 57-летний Филипп Даттон, двукратный чемпион. Олимпийский чемпион по конному спорту. Интересно, что в сборной больше женщин, чем мужчин. Это вторая по величине американская делегация, когда-либо выступавшая на играх. Наибольшее количество спортсменов представляли страну на домашней олимпиаде в 1996 году. В Атланте борьбу за медали вели 648 спортсменов. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. Увидимся в полдень.